Здравствуйте! И сейчас в продолжении темы о разбитом проигрывателе Pioneer PLL-70. Итак, значит, я снял разбитую крышку, и оказалось следующее, что удар был такой силы, что сломались направляющие, которые удерживают каретку Тонарма на направляющей. Вот, значит, посмотрите, значит, отдельно эти ушки, отдельно каретка. Ну и каретка там, естественно, болталась вся, только на транспортном, только на, как это, на ниточке, которая тащит Тонарм. Значит, я приклеил эпоксиполом, значит, эти направляющие, одел, ну, вроде как все хорошо, но в процессе, значит, дальнейшей работы выяснил, что и сломались опорные, значит, крепежи вот этой платы, которая играет очень важную роль, потому что, собственно, все регулировки Тонарма, они делаются с помощью небольших движений этой платы. Вот тут вот три винтика такие регулировочные, вот они этим делом заведуют. Но я вот тут ее подпер об сломанную стойку, которую я подклеил такой вот штучкой, но на самом деле оказалась фигня. Надо, так сказать, восстанавливать, значит, фиксирующие стойки и фактически заново проводить регулировку. Ну и вот на этом углу, значит, разбит полностью вот снизу этот угол. Вот так вот болтается это вот все, потому что там винт соскочил, ничего не притягивается. Надо там ремонтировать крепеж, и из-за этого превращения немножко перекосилась, перекашивается вот эта вещь, и еще плюс внутри там есть, я уж не буду показывать, небольшие, так сказать, сдвиги, из-за чего диск иногда при вращении задевает вот за этот пластиковую панель, то есть там перекосилась еще и крепеж двигателя к основной панели. Вот такие вот печальные результаты. Я попробовал датчик позиционирования на треке, вот как здесь программируем, он не работает, то есть он ставится куда хочет, кроме того, куда надо. Но это понятно. Похоже, сейчас все надо капитальным образом регулировать. И плюс к этому еще имеет быть небольшая нестабильность вращения диска. Но я тоже думаю, что это связано со сдвигом мотора, с небольшим перекосом, и тут нужна очень такая большая работа, возиться мне неохота, потому что я выделил под это дело ровно только один день. Но кое-как я, значит, подклеил крышечку, вот, кое-как, значит, вот, заляпал все это. Тут вот такая была огромная дырища, значит, и я там изнутри вставил пластиковую штуку, вот эти опоры, они там все были в муку. Тут вот была, значит, разбита боковой крепеж. В общем, надо либо новую крышку, ну, можно, в принципе, эту использовать, но самое главное, что сейчас неисправна сама основная часть проигрывателя, ей надо серьезно заниматься. Так как я выделил под эту работу малое время, я решил, что ну его нафиг, не буду я этим заниматься. Вот, и этот проигрыватель оставлю на полку положу. Ну, так у него, в принципе-то, нельзя сказать, чтобы ничего не работает. Вот после, так сказать, такой вот доработки, в принципе, видите, все работает нормально. Вот, все. Я его даже включил, послушал. В принципе, так нормально. Единственное, надо выровнять Тонарм. Чуть-чуть он этот Тонарм. В общем, короче, надо урегулировки всех узлов производить заново фактически. Но сначала зафиксировать управляющую плату на каретке. Ну и второе, заниматься двигателем. Не знаю, это вообще реально возможно ли. Есть еще мелкие проблемы, как-то нестабильное срабатывание кнопок. Тоже с этим надо разбираться, не хочу. То есть будем считать так, что это был артель напрасный труд. Побаловались, и ладно, значит, я его сейчас уберу куда-нибудь в дальний ящик, и пусть он там валяется. А вот те доноры, которые я купил, и которые
кажутся на первый взгляд в более-менее приличном состоянии, я ими тоже посвящу еще пару дней этим донорам. Если удастся их восстановить, я покажу. А не удастся за эти два дня восстановить, я и не буду вам показывать. Но и заменил я, хорошо, что я вот когда-то давно купил петли, вот я заменил разбитую петлю вот здесь, сзади одна только нужна, я купил две тогда, но они и продавались так, и видите, как-то все здесь хорошо, это все работает. Ну, а вот как бы на этом все. Такая вот история нас постигла с этим проигрывателем. В ближайшие два дня, если ничего не случится, ну, может быть, три, потому что там еще какие-то дела есть, я займусь двумя другими пионерами, и потом, если все будет удачно, я вам покажу, как они работают, а если будет неудачно, просто скажу, какие там возникли проблемы. На этом все. Спасибо вам большое. До свидания и хорошего воскресенья.